Разбой и убийство, замаскированное под безвестное исчезновение. Завершено расследование очередного громкого уголовного дела, фигурантами которого являются двое бичан. Следователи установили, что весной этого года 32-летний мужчина возле одного из продуктовых магазинов познакомился с молодым человеком. Ему он предложил выпить в квартире своего приятеля. Незнакомец, ничего не подозревая, согласился. В ходе распития алкоголя хозяин квартиры и его друг заметили у нового товарища ценные вещи и решили прибрать их к рукам. Взяв кувалду, они в течение часа по очереди наносили мужчине удары, требуя сказать пин-код от банковской карты. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Завладев двумя телефонами, ноутбуком и банковской картой, обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению, причинив погибшему материальный ущерб на сумму чуть более 19 тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступлений 43-летний хозяин квартиры закопал тело мужчины в подвале своего дома. Благодаря слаженной совместной работе следователей и оперативных сотрудников полиции удалось выйти на след подозреваемых. Позже удалось найти место захоронения. В ходе предварительного следствия обвиняемые утверждали, что у них не было умысла на убийство, и вину в содеянном они постоянно перекладывали друг на друга. Однако следователю удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.